самый краешек, вот листика, заворачиваем. Креповая бумага, скотч и ножницы – все, что требуется для изготовления белой магнолии Победы. Такие творческие классы в преддверии 9 мая организованы во всех образовательных учреждениях Центрального района. Ученики 4-й школы к формированию искусственных букетов приступили недавно, но уже смогли сделать около 300 цветков. И еще столько же планируют изготовить. Каждый ученик, изготавливая магнолию, вкладывает туда свою душу и сердце. Это способствует воспитанию патриотизма, развитию любви к нашему городу, к нашей родине. Преподаватели рассказывают о том, что наш город Сочи был городом-госпиталем, о том, сколько ушло на фронт солдат, сколько солдат вернулось, о том, как наш город помогал во время Великой Отечественной войны. Акция «Белая магнолия Победы» проходит по инициативе мэрии в честь 72-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. 9 мая на мемориальном комплексе в Завокзальном районе школьники раздадут по цветку всем пришедшим почтить память героев.